56-летняя Лолита Милявская произвела фурор новым выходом в свет. Исполнительница хита на «Титанике» подчеркнула свою преобразившуюся фигуру откровенным нарядом. Поп-звезда выступила на шоу «Главный новогодний концерт» в московском Крокус Сити Холл. Певица облачилась в короткое алое платье с черной окантовкой и золотыми пуговицами. Оно акцентировало всеобщее внимание на построеневшей талии и стройных ногах артистки. Лолита оставила свои длинные темные локоны распущенными и сделала яркий макияж. Она выделила глаза темными тенями, а на губы нанесла красную помаду. Милявская украсила шею тонкой цепочкой с подвеской в виде крупного камня. Звезда надела светлые колготки, которые недавно вернулись в моду. Образ дополнила классическая обувь. Брюнетка остановила выбор на изящных туфлях с острыми носками. Милявская исполнила на сцене шлягер Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет». Певица дала понять, что она довольна собой и с оптимизмом смотрит в будущее. Всем всего хорошего в хмурую зиму. Выбирайте все яркое, и солнышко подтянется. Не обращайте внимания на то, что скажут люди, указала она. Поклонники пришли в восторг от изменений, которые наблюдают со своей любимицей. Развод пошел на пользу однозначно, огонь. Девушка Лола вышла на волю, респект за внешнее и внутреннее очарование, люблю смотреть на суперзвезд, когда они в прекрасных, женственных и очень красивых нарядах. Одевайтесь так, чтобы все ахнули от восторга, вы для меня пример, написали фолловеры. Милявская со скандалом разводится с пятым мужем, 44-летним Дмитрием Ивановым, из-за его измен. Тренера по сквошу разоблачили на детекторе лжи. Лолита после разрыва секс-возлюбленным сбросила лишние килограммы. Она вызвала восхищение мужчин голым нарядом. Четвертым мужем эпатажной артистки был продюсер Александр Цикало. Накануне молодая жена подразнила его полуобнаженной грудью.